По-моему, дома так и было вообще. О, не, нифига. Вот, вот только сейчас я начал видео снимать, пацаны. Да? Да, вот. Короче, вот Константин уносит мусор. А вот здесь не увеличивает, к сожалению, в такой записи. Это то, что произошло после падения нашего виски литрового с высоты более полуметра на пол. Вот, теперь Тимур такой вот расстроенный. Да нет, нормально все. Нормально все? Ты не расстраивайся, нормально все будет, действительно. Чего ж, Паш, крябаем? Давай, чищи место. Старабы, ну, сидячие.